В Одессе прошла всеукраинская конференция с участием представителей крюинговых компаний. Цель форума – выявление проблемы рисков, с которыми сталкиваются украинские моряки при трудоустройстве. Так, основной проблемой являются неквалифицированные кадры. Большая часть моряков не имеет профессиональный опыт и качественную подготовку. Результат – высокий процент безработицы среди моряков. Поскольку мы поставляем моряков на международный рынок труда, они должны отвечать определенным требованиям конвенционным. А у нас эти требования не выполняются. И в связи с тем, что государство практически ничего не делает для этого сектора, а социальная обстановка в стране совсем опустилась ниже плинтуса, как говорят, возникли риски покупки документов. И в результате неквалифицированные люди попадают на международный рынок труда, получают там негативную оценку, и стоимость украинского моряка на международном рынке стала резко снижаться. По завершению конференции участники форума составили ряд резолюций к различным министерствам. Цель обращения – предотвращение выдачи нелегальных документов и усовершенствование контроля по выпуску квалифицированных кадров.